Диков-то. Всем привет, мы фамилия. Юль, тут пахнет Зарой. Что-то как-то слишком теплая кофта, нет? Короче, мы в фамилию пришли на встречи. И как-то... Юль, иди сюда. Не такая же, как у тебя? Нет, не такая. Нет. Я смотрю. Кофты туда, наверное. Штаны. Пиджачки. Рубахи. Ну что-то женских кофт нет, что ли? Странно. Не, ну тут. А тебе штаны нужны? Посмотреть. Нет. А вот это зеленое что? О, кроссовочки. Что это у нас? Я что-то не пойму. А, пик хороший. Так всегда бывает. Блин, может он мужской? Я знаю, кофты мужские тут классные. Где-то вот... Чё? Вместо кофты теперь шорты? Ричмонд. Качественная футболка. Вообще толстовки куда-то делись. Худи толстовок вообще нет. Прикиньте. Куда их дели? Было очень много. Правда, тут фамилия тоже маленькая. О, кстати, Юльке футболку тут нашли. Ну, точнее, платье, а не футболка. Не, это не очень по качеству. Если что-нибудь вам видно, что снимаю. Вот, смотрите, вот это. А, она последняя была. Ладно, потом попозже покажу. Все, пошли. Кстати, и мужские толстовки куда-то убрали, слышь? Ни худи, ни толстовок, ничего не оставили. Тебе обувь не надо посмотреть? Нет. Все, давай пойдем. Кстати, состав, где состав-то? Так, состав, вот смотрите, 94% хлопок, 6% эластан, United Color. Правильно, United Colors of Benetton, я правильно говорил, UCB, классная, кстати.
все, берем. Стоит 1500. Классно, сука. Блин, мое платье просто в руках. Ой. Кеда. Прикольно выглядит. Ребят, нашел толстовки. Кстати, смотри, какая. Quicksilver. Классная, конечно. Ну, состав 94% эластан. Я такой не ношу. Только за хлопок, ребят. Не знаю, найду тут хлопок. Тогда нашел этот бренд тракторы делает, забыл. Cat. Точно, Cat. Вообще клевые. Кстати, есть кофты. О, где-то я такую уже видел, тигр. Кстати, не знаю, это может унисекс. Ну, вообще в отдельной категории активный спорт типа, относится. Мне что-то сегодня с кофтами не везет, по-моему. С толстовками. О! Лили Скотт. Так, а это у нас ЛТБ. Даже не знаю, что это. По составу, мне кажется, тут хлопок есть. 52% нет. Это не очень.